Приветик всем, мои няшки, вы на канале Silver Sentry, и извините, что так долго не было видео, просто я хожу в школу, и у меня слишком много уроков задают, я вчера еле успела сделать все уроки. И вот сегодня я бы хотела поблагодарить вас, на моем канале уже почти 80 подписчиков, 79, я очень рада этому, я не знаю, кого из подписчиков, жаль, что на Ивановке, ну, в моем городе, никого рядом такого нет. Так бы я этого подписчика так обняла, что прямо задушила. Ну, не буду задерживать этим видео, и сегодня я буду снимать итоги конкурса. Вот этот момент, который все ожидают. Знаю, что я итоги конкурса хотела снять 7 сентября, но у меня не получилось тогда. Было 8 уроков, я не успела все сделать. И поэтому я не сняла видео. Вот сегодня у меня конец появилось свободное время, и я буду снимать итоги конкурса. Итак, как вы видите, вот здесь тут я положила листики с названиями мест. Итак, давайте будем раскрывать листик по очереди. У меня как раз 7 участников набралось, и вот я нарезала вот так вот, обрезала листики и подписала с другой стороны имена, кто занял какое место. Итак, давайте начнем. Итак, 7 место у нас занимает. 7 место. Неожиданно, но 7 место занимает Лагера Фитка. Знаю, что она не участвовала в конкурсе, но у нее тоже очень клевое интро. Точнее, не совсем. У нее клевый канал. А так бы, может, было бы и клевое интро, но так как у нее нет программы для редактирования, она не сняла мне здесь. Ну, все равно, даже если она мне не сделала интро, она заняла место, так как она хотела поучаствовать, но не смогла. Потому что боялась, что не сделает интро. И, короче, думаю, что ты не обижаешься на меня. Хотя, плюс 2 подписчика может загладить мою вину, поэтому ничего такого. Итак, 7 место заняла Гера Фитка. 6 место... Заня добрая флаттерша МЛП. Она тоже не делала мне интро, но она поучаствовала в конкурсе, и поэтому она заняла 6 место. Итак, теперь пошли те, которые делали. 5 место. Итак, 5 место, канал Демон Демонита. У нее очень интересное интро, но как сказать, не очень интересное вступление, там где вот эти вот круги. Просто я видела ее интро, они с таким же вступлением. Но все равно ничего такого, музыка прикольная. Поэтому ты заняла 5 место. Поздравляю. 4 место заняла MLP Apple Vicious. Это тоже такой клевый каналчик. Правда, она намного младше меня, и у нее больше подписчиков, чем у меня. Но она все равно захотела поучаствовать. У тебя очень клевое интро. Но есть такие участники, которые сделали интро и покруче, но все равно поздравляю. Итак, кто займет 3 место? Давайте посмотрим. 3 место. Кто займет 3 место? Как не канал MLP Селестия. У тебя очень клевое интро, в особенности музыка мне понравилась. Там интересная музыка, ну и картинки тоже прикольные. Итак, поэтому ты занимаешь 3 место. Итак, 2 место. 2 место. 2 место заняла MLP Diamond Mind. Да, у тебя интересное интро. Мне все интро нравятся, но я буду использовать самочащее интро, то, которое кто займет 1 место. Ну, думаю, что здесь для этого канала ничего неожиданного нету, потому что она всегда занимает 1 место, ну, не прямо всегда, но 1 место она обычно всегда занимает во всех конкурсах. Итак, и это... Флаттерняша, поздравляю тебя! У тебя очень клевое интро, я не знаю, как тебя отблагодарить, но ты получишь свой приз. Итак, победители конкурса, Флаттерняша, MLP Diamond Mind и MLP Селестия. Пишите, пишите
или спрашивайте у меня, пишите мне, о чем снять следующее видео. А Флаттерняша MLP Diamond Mind напишите в комментариях, задайте мне опрос, какая у вас любимая пони. И я нарисую это. А теперь давайте перейдем к следующей части. Так как у меня не было времени, но я пообещала сделать рекламу на канал Грейзи Геля, потому что она мне уже давно сделала, у нее меньше подписчиков, и я думаю, что она обидится на меня, если я не выпущу на нее рекламу. Но сейчас я решила ее выпустить, потому что у меня больше не было времени туда выпустить, и поэтому я покажу это прямо сейчас. Итак, приятного просмотра!